Никита! Лучшему игроку матча тоже получается. А что там много? Я тебя ставлю. Да не, ешь, я еще наел. Вот это сейчас будет битва за первое место среди любителей. Сегодня все игры на воротах. Да. Я говорю, может кто-нибудь меня заменит? Никто не захотел. Какая-то не очень хорошая позиция. А я смотрю, ты что, там тоже не сильно так вроде. Это раз, так перемещаешься, там так спокойненько отыгралось. Да. Сколько пропустил-то? 2-3 мяча пропустил за 3 игры. Нормально. Первая самая такая удачная на ноль с театром. А почему мы переиграли? Вы? Так вы, потому что дальше не прошли в полуфинал. Нет, я понимаю. Ага. Как эта схема-то? С кем мы играли? То есть, у вас в группе было 3 команды. Вы, получается, 2 матча играли, и кто первое место занимает, тот дальше выходит. А, то есть мы в группе, да? Да, группа была. А, понял. Было 5 групп. Там какая-то хитрая схема, я сам не понял. Потому что там 2 команды не приехало в одной группе. Там что-то еще там замутили. Потом уже эта таблица все покажет. Все там эти разветвления. Игорь это видел? Ну я не подходил издалека, видел. Не, если поговорил. Че он? Да что там, туда-сюда уезжал, говорит. Вот тебе мусор. Да. Сколько мы его не видели тогда? Я так вообще, наверное. Со времен нашей молодости. Юности. С резинки все, больше его ни разу не видел. Да. Так это уже лет 5, наверное. Там-то он феерил. Сейчас что-то на заменке его держит. 4-й номер. Опа, 4-й номер. Сейчас засниму. Вон туда. Хорошо, хоть ворота маленькие, да, у нас были. Я бы на больших бы там вообще пропускал. Тут еще мини-футбол. Можно еще посейвить. А, не так в длину там. А, не, вообще мини-футбольный. Как раз самое то вообще. Мне подфартило хоть в чем-то сегодня. Mm-hmm.
трубка все тут. Будильник, я не знаю, как его отключить. Зачем я его поставил еще на 4 часа? По звуковому сопровождению будем сидеть. А, Серега, ты можешь выключишь? А тут? Не, он... Что, у тебя все по-иностранному? Да, по-английски. А, вот будильник. Вот этот дисмисс. Ты-то английский хорошо знаешь. У тебя это кончается. Чё-чё? Андекс, Алик, я знаю, я вот... Первый матч, первый тайм не записал до конца. Даже сообщения написано, могут не приходить. Да? Все сурово тут в смартфонах. А что у тебя все? А что на английском-то у тебя весь? Да, что-то так просто. Слова изучаю. А. Нет, я в смысле, это какой-то он необычный. У тебя не такой? У меня-то вообще нет. Я из смартфона видел три этих модели в жизни. А у тебя еще необычнее моего, да? У меня этот же Samsung с кнопками. Ух ты, да. Жека даже не дотерпел, любительский финал, пошел домой. О, помощник. Я только видел Fly. Какой-то это еще что-то. Ну тут это не Android, а Cyanogen. Ну типа как ответвление Cyanogen OS. Ну так-то то же самое, по идее, там свои фишки какие-то, которые я даже не знаю. Так чисто купил, что он дешевый. Ты его как в магазине брал или в Китае заказывал? Не, в магазине это у нас продается Wiley Fox, великобританский бренд. А, рекламу нельзя в эфир. Я просто помню, Рома, когда на Северный-то ездили же, ага. Рома рассказывал, как он, что он телефон в Китае покупал. Ну да, там дешевле. Да, какой-то, что смотрел там в это, тут аналог. Ну да. Тут, естественно, какой-то Samsung, ага. Или что там, чуть ли не 16-20 тысяч стоит, а китайский аналог ну, там да. Вообще где-то. Ну там выгодно, просто я очень нетерпелив. Я хотел быстро и сразу. Ты сам систему ставил сюда или это? Нет, там уже все было. Что-то такое равная игра, ты видишь, да? К серии пенальти все что-то движется так. Ох ты, ну, чуть-чуть мимо. Где? Подожди. Или парень, что он там делает? Так это просто оптический обман. Это труба. Не-не-не, это человек, вон человек на крыше. Подожди, где? Вон шагает, вон он. Сейчас заснимем. Все, он сейчас спрыгнет. Ну, монтёр может какой-нибудь просто. Ты чё, Серега, наговариваешь, спрыгнет. Нет, я думал, вниз спрыгнет, не вниз сюда, а там. А, я уже самое плохое подумал, думаю, нифига ты фильмов ужасов насмотрелся. Не надо нам прыжков. Прыгать надо только вперед. Ух ты! Штанга! Красиво. О, вот Игорь. Саня. Что там, мимо, да? Да. Оптический обман, мне показалось, что гол. Все, ты меня успокоил. Уже в другом месте, вон еще два человека на крыше. О, Жека опять хочет забить красиво. Давай,
Лужеком финтит. Здорово, Ваня, здорово.